Тренер на ЦСКА Краснодар. Так, это Наталья Капитонова сейчас на прыжке. Ну, видно было. Она вышла и поворачивается для вращения перехода вперед. Она затряхнулась. А где фаза, то есть сказать? Если что, все группированная, все равно ни скорости, ничего не создает. За первый прыжок. Второй. Разбег хороший, мощный, но... Ну и никакого следствия. Почему? Ну как можно вот на такую короткую фазу полета не на выпрямленное тело наложить такое? И все высказали невероятную любовь к спортивной гимнастике. Никто от нее не отстает. Дарья Скрипник, первый прыжок. Хороший, не очень сложный, винтик. Потому что он недорогой. Один винтик. Да, это, это какая-то такая самая. Потому что она резала ножки и согнула. Мы ее просто не будем так уж крепко сидеть, она... Ой, ну это я ойкнула чуть-чуть, безусловно, подороже этот прыжок, чем первый. И она с ним справилась. Но некоторые ошибки мы, конечно, видим. И неплотное такое. 5,6 за второй прыжок. Сложно. Даже нет, чего. Вот с этим я согласна. Так. Юлия Бирюля сейчас на прыжке делает винтик. Ах, очень один. Красиво, ровненько, мягенько. Как отличница в школе, вот завершила этот отчет, отличная. 9,1 оценка, в итоге 13,733. Вот немножко другое, она уже в переднее вращение пошла, вся эта вперед согнувшись, после первой части поворота, вся эта вперед согнувшись. Ангелина Мельникова, Воронеж, Владимир. Стоять. Красота. Вот красота. Хорошо. И второе слово мы не ищем. Именно красота. Ну, вот этот шаг, конечно, противненький, но... Молодец. Нормально. Хорошо. Молодец. Хорошо. Тыром таким, он такой, на мой взгляд, всегда очень неудобный прыжок. Но она его... Ну, вот теперь Лилия. Вторая. Лилия Хаимова, Санкт-Петербург. Мощнейший разбег и полтора винта с переворота. С неплохим таким приземлением. Нет, нет, более-менее ровно. Совсем, да. Не доскок, конечно, но... Но она разозлилась, конечно, уже, потому что она так... Второй. Разбег. Наскок. И два винта с Кукафара. Да, с переворота, судя по всему, сложнее. Тут, конечно, у них прыжки расцениваются, потому что по мужской части... Какой красивый план сейчас с камеры такой летящий идет. Ну, все уже научились, все же подсказали. Или умеют. Приятно, приятно. Бронзовой медалью и кубком за третье место. Это у нас церемония награждения за опорный прыжок. Как мы говорили, в общем-то, молодец Юлия Бирюля из города Краснодар завоевывает бронзовую награду. И кубком за второе место награждается Ангелине Мельниковой. Здесь немножко не хватило по сложности прыжков. Было видно все-таки, что именно исполнение-то оно плюс-минус одинаковое было с Ахаимовой, но сложность сыграла повыше, свою роль. Ахаимовой. Не смогла она обойти Лилию. Но зато вот это все награда она потеряла. Быстренько так, не промахнулась ни в чем. Быстренько повесила медаль, взяла кубок и взяла букет, который всегда ей очень идет. Вчера уже репетировали. Да. Ну и обладателем Кубка России 2021 года в опорном прыжке становится... Money come in from sunny to sunny. Camo and niggas on one, so I count. Got one in the same, got nothing in common. I'm the type nigga gon' stay out that drama. Ride around, nigga, I slide on my partner. I'm in the tank, got them phones behind us. And just be wrong like we